Всем привет из прекрасного волшебного леса. Здрасте. Смотрите, куда Мира залезла. Папу зовите, баба. Здесь так классно, смотрите. Мы сейчас были у доктора. Девочек в больницу не положили, слава богу. У Миры прям очень хорошее улучшение за 2 дня. У нее не осталось вот этих вот в горле, как это, болгамлык на турецком, на русском. Ну, в общем, вот эти выделения в горле, слизь. У нее не осталось, у Милы немножко есть. Вот, так что в понедельник на контроль. Конечно же, садика, школы не будет. Это у нас сегодня среда, да, по-моему, среда. Сейчас мы приехали в лес подышать свежим воздухом, замечательным воздухом. Вообще прекрасно. У нас папа кайфует. Где папа? Вон. Девочки там. Как я соскучилась по лесу. Погода вообще просто замечательная. Море сегодня просто нереальное, ребят. Просто вообще замечательное. Морюшка. Ленуська, ты выздоравливай. Тоже заболела наша девочка. Вот. Хожу сейчас, брожу. Классно. Сейчас буду обнимать деревья. Заряжаться энергией прекрасной. Вот такие дела. Понедельничек на контроль. И все. Ну, конечно, антибиотики. Вот эти вот. Я забыла, как оно называется на русском. Ингаляции. И все будет прекрасно. Сейчас мы будем пить айран, спрайт и наслаждаться замечательным воздухом. Всем пока, мои хорошие. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас. А что у нас вчера приключилось с Милой? С Мирой, то есть, смотрите. Коленочко. Упала. Да. И вот. И рука. У меня тоже есть. И у Милы тоже на ножик. Где эта ноженька моя сладкая? Мы участок делали для кошек. И потом да. Мы туда ложили. И потом это... Сетка. Сетка упала, и я споткнулась. Ужасно, кровище было, я в подъезде убирала. В общем, всем пока, мы вас не задерживаем. Пока-пока.